Наелся же. Эмиль, надо порядок навести, там на кровати все разобрать. Всем привет, друзья, еще раз. Я готовлю кушать, сейчас пойду покажу. У меня зарядки 18%, сейчас боюсь запикать. Я сейчас по-быстрому опять на зарядку поставлю. Вот такая вкуснотень. Полкило фарша, морковка, лук, подсолнечное масло. Сейчас укроп засыплю, это я салатик. Буду делать помидоры крупные, я порезу. Так, кто-то вспоминает. Сейчас на паузу поставлю, добавлю соли, так, соль или приправку какую-то, сейчас подумаю, что. Так, это для рыбы. Да, может быть, даже вот это вот немножечко к супу добавлю, по пачечке. А она, какая разница, там все при... Друзья, не удержался, всю пачку высыпал. Ну, ничего страшного. Она такая приправа легкая очень, ничего в ней такого нет противного. Я ее уже не раз. Это приправа к супу, и она такая легенькая. Вот такая. Вот. Сейчас добавлю вот такой вот соус мичуринский. Он сладкий, такой вкусный. С ним даже сок томатный можно делать. Качественный. Недорогой, 57 рублей. Сколько тут грамм, я не знаю, правда. Сколько тут грамм, я не пойму. 325 грамм. Сейчас я его добавлю. Ну а что вы теперь уже сделать сможете? А? Вы уже ничего не сделаете. Сделаем. Там, короче, нет, она замоделили, нормально все работает. Ну, короче, там делать много работы. Надо, короче, поправлять, там она не спускается. Там с ДФП. Че, шорты не застегиваете, что ли? Да, тут находится. Убери там вещи, пожалуйста, накидай, на, помоги, а. Нормально, пожалуйста. Короче, он говорит, это, видимо, когда ты... Фарш свинин, говядина, полкило. Он говорит, видимо... Один лук, морковка. Я еще не солил, я добавил можно? Приправу. Можно сказать? Там томат и укропчик. Че, говори. А, короче, он говорит, когда ты портировал ее в ДФФ, говорит, у тебя замоделер ее, короче, сломал. Одним словом. Это поправимо, но это день работы. Бесплатно, говорит. Говорит, видишь, друзья. Говорит, удали свою занозу, ну, за модель и переустанавливай, потому что он у тебя будет каждую модель так ломать. Мам, угу. Ты будешь стараться делать. Сейчас делать, я прибавила огонь на всю. Просто тупо будет дать ломать. Макароны стирать. Знаешь, как я перетягиваю, мам? Потому что я 3,5 дня на ней все-таки работал, с нуля все делал. Бампера, салон, кузов, вообще с одного полигона. Просто с одного полигона, с маленького кубика я сделал целую модель. И все остальное за модель. Испортил все, падает. Сейчас я засыплю макароны. Макароны. Сейчас я тут порядка не думаю стали. Вот такие вот физюли Эмиль любит. И добавлю стакан воды и буду тушить, помешивая под крышкой. Макароны я добавлю, наверное, полпачки, а это финики. Не понял, полпачки. Почему? Нет, каких фиников? Макароны. Это финики. Так, в общем, я полпачки добавляю вот половину этих макарон. Ну, грамм, наверное, 300. Да, он написал, 300 грамм макарон. Переименовать на вот. Вирго. Типа... Водички, стаканы буду тушить. Ой, попробуй на Вирго. Опять на улице тучи набегают. Раз, два, три. А? Друзья, вот так вот макарончики. Я полтора стакана прод воды наливаю. Полкило фарша свинина, говядина, одна морковка, лук. Приправа для супа пачку. Пол чайной ложки соли без верха. 300 грамм макарон, полтора стакана воды. Все это тушится. Огонь медленный сделаю. Короче, мне друг сказал, типа, попробуй... Морковь я заранее потушила. Спасибо. С луком.
Потом уже добавила фарш, тушила. А уже потом соус. А, еще соус я забыла сказать. Соус, макароны, приправа. Мам, можно я скажу? Полтора стакана воды. Все, ты уже сказал. Говори, говори. Короче, он сказал, попробуй комп выключить минут на 5. Включи заново, запусти сохранение. Ну, как сохраняется, замоделировать. Попробуй сохранение, запустите еще раз экспортировать. Типа еще раз экспортируй, попробуй в игре. Если не поможешь, то это уже это у тебя уже. А, еще укроп. Хорошо, ладно. Надеюсь, все поможет. Что я еще хотел сказать? Модели какая-то не запускать, да. Да, которую я делал в 3,5 дня. Вот так вот мы сегодня отмечаем праздник. Николай Чудотворец. Там ничего не упало. Так, сейчас я самый медленный огонь, только какой есть, сделаю. Буду помешивать и 10 минуточек, 8 томить. 10. На самом-самом медленном огне. Так, а это вот салатик. Цезарь, короче. 2 больших помидора, 1 маринованный огурчик, майонез, укроп, листья салата, сырок один, колбаска. Немного подсолила, да, я сказала, огурец маринованный один, помидор 2 больших, немного подсолила, сыр, колбаска. Ты уже сказала, зачем по 2 раза говорить? Угу. Так вот мы отмечаем праздник. Извини, что ору, просто перенервничала. Ничего, перенервничала, ну что теперь я? Да ничего, я просто. Может все наладится. Так. Занут неохотно. А у нас еще вот халва к чаю. Окей. Вот так вот отмечаем праздник Николая Чудотворца. Я очень почитаю Николая Чудотворца. Очень почитаю. И люблю. Вот. Это у нас к чаю Тесс еще халва. И финики. А у Эмиль даже еще и пряник есть. Вот. Повернись. Это там тебя плохо видно. Я не снимаю вот это. Вот даже хорошо, выше. Хорошо. Во. Я не снимаю. Это. Можно и так меня снимать. Почему же меня не снимать? Мне не довезли. Вот. Вот так вот у нас сегодня вот такой вот хороший день. У меня все испортилось из-за этого, из-за модели. Ну ничего, все наладится. Кузька сказал, что все будет, должно быть хорошо, в принципе. Вот. Сейчас макарончики приготовятся, салатик готов. Чайку поставь. Хаттабыч, отдай мне одну валясеньку. Как там? Куда ты ее привез? Нет, ты как это? Какой-то... Валясинка сейчас зарядка сядет, боюсь. Какой-то это, как его, мультик есть там, типа, валясинку разломить, что ли, что-то я уж не помню. О, ты что-то уж путаешь, по-моему. Нет, есть. На самом какой только есть мельный огонь. Еще 5 минуток. Босс, он от бороды отрывал еще. Сим слабим рахатый банлуку. Что ли, какой-то? От Сим бороды. Сим слабим, что-то там рахатый банлуку. Да. От бороды отрывал волос. Проехали, это же ненавидимо. Давай, на пару. Всем пока. Всем пока, всех с праздником, всем хорошего настроения. Желаю всем хорошей погоды, всем здоровья, всем добра. Отмечаем праздник, почитаем Николая Чудотворца. Все, можно? Да.